Звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева показала свою наследницу и умилила бы читателей. Народ искренне удивился, как же быстро выросла дочь известной актрисы Анна. Второго ребенка артистка подарила супругу Владимиру Абашкину в октябре 2010 года. А за 12 лет до этого Гусева родила сына, которого назвали Алексей. Девочка получила фамилию матери, а мальчик – фамилию отца. Известно, что душа наследницы с ранних лет лежит к творчеству. Она обожает танцевать, петь и уже не раз выходила с родительницей на сцену. Девчонки, вы супер! Как приятно на вас смотреть! Какая же взрослая дочка у вас! Время быстро летит! Прокомментировали фото фанаты Гусевой. А вам нравится эта артистка?